Выплаты на детей от 3 до 7 лет начнут поступать быстрее. Министерство труда и социального развития запускает новую программу, которая позволит быстрее производить расчеты. Речь идет о доходах семьи. Если раньше подсчитывать их приходилось вручную после принятия заявки, то теперь в этом будет помогать специальная программа. До этого специалисты пользовались одновременно тремя программами, что создавало сложности в подсчетах. Еще специалисты отмечают, родители не всегда знают, как правильно заполнять заявление. Соответственно, не могут получить выплату своевременно. То, что вот 10 тысяч платили с пенсионного фонда, там этой необходимости нет. Она просто по возрасту и все выплачивается всем. А здесь вот вся проблема в том, что надо определить право. А право определяем только вот такими подсчетами. Вот у нас более 3 тысяч заявлений. Вот сейчас мы посмотрели, вот на сегодняшний день. Мы, можно сказать, половине из них одобрили выплату. А где-то 700 человек, кому мы отказали. Там у кого-то превышение, у кого состав семьи, кто не наш район. Ну, вот такие всякие разные бывают случаи. И вот еще у нас сейчас в работе тоже достаточно заявлений.